Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас суббота, и мы весь день просидели дома. И муж сегодня дома, никуда не пошел. И детки, естественно, куда они пойдут. А не вышли мы сегодня, потому что то один ребенок спал, то второй спал. Спали они по очереди. Думали, вот сейчас оба проснутся и пойдем подышим хотя бы. Нет, вот сейчас, например, минут 10 назад проснулся сынуля, и дочь уснула. Вот так вот целый день у нас. Вот. Что я делала целый день? Ничего не делала, честно сказать. Да, ничего не делала. У меня сегодня был выходной. Что делать в выходной, мамочки? Уборку. Сегодня я делала уборку. Ну как, в основном окна помыла и глажку. У меня накопилась глажка, погладила все вещи, которые собрались у меня. Все, в принципе, вот вся уборка. Так, все то же, что и каждый день. Вот так вот. Кушать, готовить то, что ничего не готовила. Заказали эти бургеры из Бургер Кинга. Бутерброды, но уже где-то целый час, наверное, нам их не везут. Что-то... О, дочь проснулась. Уже где-то целый час их не везут, и... Мамина! Пупсик! Пупсик! Ты проснулась? Лапки, Свет, да? Сейчас, мамина мама. Сейчас, солнышко, мама, Свет рукой сделала. Вот так лучше тебе? Вот, мой. Принцесска проснулась. Принцесса проснулась. Вот она, вот она. Пойдем к папе? К Асланчику, к папе пойдем? Да? Или не пойдем? Солнышко. И вот так, короче, у нас прошел целый день. Не знаю, этот Бургер Кинг тоже когда доедет. Уже одна кишка вторую кушает. Хочется кушать. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье. И это, наверное, единственное воскресенье, когда мы никуда не вышли. Не вышли, потому что погода ужасная просто. Именно воскресенье она должна была быть такой. Пасмурно ожидается дождь. Это полбеды и ветер такой сильнейший. Или как уложила спать обоих детей, оба спят одновременно в своей комнате. Муж только что вышел. Приходили, сделали обработку лекарством. Каждый год весной делают обработку каждой квартире. Но, в принципе, кто не хочет, тот не делает, они не заставляют. Обработка от насекомых. Запаха нету, в принципе, здесь у меня в комнате сделали. Чуть-чуть такой легкий запах, от него вреда ничего нет. Я открыла везде. Ну, там у меня открыта дверь на балкон. В детской комнате я не разрешила делать, и в зале не разрешила, потому что дети бывают постоянно в зале и в детской. В спальне тоже бывает, но в спальню я пару дней их не возьму. Вот, перешел, Новый Бог перешел. Вот так вот. Каждый год вот так вот бесплатно делается эта обработка лекарством. Что будем делать? Будем дома, конечно. Что делать такую погоду? Прям настроение, честно сказать. С утра погода была ничего такая. У нас были настрои поехать позавтракать где-нибудь. Пока встали дети, пока занималась ими, смотрю, поднялся ужасный ветер. Короче, вот так вот. Вот так прошел наш выходной. Ну ничего, мы в середине недели возместим и где-нибудь позавтракаем, Мишел. А я пока посплю. Закрою шторами окно и посплю хотя бы полчаса. Вчера ночью, хотя мы с мужем спали одни без детей, оба спали в своей спальне, в своей комнате. Из-за того, что часто просыпаешься, встаешь, идешь к деткам, проверяешь их, накрываешь, наоборот, раскрываешь кого-то. Зихру приходится все время накрывать, а Аслана, наоборот, раскрывать. И то, что постоянно встаешь, нет продолжительного сна, такое разбитое состояние сегодня у меня. Да, и погода, видимо, влияет. Если бы мы куда-то вышли бы, я забыла бы о своем разбитом состоянии, хочешь, не хочешь. А когда дома вот так вот валяешься, чувствуешь себя не очень хорошо. Ладно, посплю. Сейчас.
начать! Давай, сюда! Мамина, говорят, что ты на меня похож. Я не вижу, честно. Мне она напоминает свекровь. Ну, мужа сторона, это 100%. Точно не моя сторона. Пупсёныш. 100% это мужа сторона. На меня похожего у нее, кроме пальчиков и ноготочков, я пока еще ничего не увидела. И вот ямочка на подбородке у моего покойного отца была. Лежит отсюда, наблюдает. Чекистка. Съесть тебя? А? Съесть тебя? Она любит кричать на нас, кстати. Вот перед камерой она такая спокойная, а вот пока я не открыла телефон, она кричала. Она так, кричит она на маму постоянно, кстати. И не только на маму, на всех она кричит. Голос она на нас повышает, свой голосочек. Иногда желание ее съесть просто. Вот так и живем. Синуля спит. Да, маме? Да, пупсик? А, пупсик? Очень любит вот так вот вниз головой висеть. Это она очень любит. Это ее любимое занятие. Массаж спинки она любит, когда мама ей делает. Когда ножки массирую, любит. Ну, как любит. Она крутится, вертится в это время, но хотя бы дает себе это делать. Сынуля не дает. Вставать хочешь? Вставай, вставай. Молодец. Молодец. Котик, молодец. Сёнышко маме. Вот такая вот она у нас умница. Погода мерзкая. Ужасная погода на улице. Давай, мамина, я выключила камеру. Зегра, как дела у тебя? Пупсики, как у вас дела? Обложились игрушками, да, мамины? Не надо, не надо вставать. Я тебя отсюда хорошо вижу. Не надо вставать. Почему у меня пупсёныш? Дерочка. Бубочка мамина, бубочка. Он вообще у меня не любит телефон. Вообще не любят мои дети телефон. Вот так, вот так, вот так. Гудь-г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 удь
ты куда? Давай, говори. Да, тя-тя-тя-тя-тя. Та-та-та-та. Мама. Мама. Скажи мама.
одной рукой и левой, как тяжело снимать. Мама! Не падай, маме! Не падай, солнышко! Зиграшка! Ползи к нам! Идем к нам! Идешь сюда? У меня три волосинки осталось здесь по бокам. Пупсёныши! Ай, дядя-дядя, вот так прошло у нас воскресенье. Плавно переходит в понедельник. Зехра, как у тебя дела там? Все хорошо? Никто не обижает тебя? Игрушки не обижают? Вот этот вот файл, который рядом лежит, он тебя не обижает? Нет? А машинка вот не обижает она тебя? Вот это вот? Не обижает тебя эта машинка? Ну вот игрушка обижает, я же вижу, ты повернуться не можешь. Я-то думаю, что такая тишина? Сынуля замолчал. Вот, пульт нашел. Аж два. Поэтому он замолчал. Пока мама сестренку снимает, телефон ему совсем не нужен. Да, пупсеныш? В ротик не берем. Мы уже большие, в рот не берем. Вот так. Аслан! Нашел папины пульты, да? Нашел? Счастлив? Солнышко, ты счастлив? Да? Доволен ты? Да? В итоге и дождь у нас пошел. Какой аромат! Боже, как пахнет! Я обожаю. Обожаю этот запах. Знаете, это когда запах вот во время дождя, запах сырой земли и зелени все вместе. Здесь у нас мушмула поспела. Там у нас только розочек цветет. Я в нашем дворе розочки не снимала. Все на улице снимаю, а здесь нет. Боже, какой обалденный запах. У нас тоже большие бутоны, я как-нибудь сниму. Не получается снимать, потому что когда выходим, у меня всегда на руках ребенок бывает, один из детей. Так, где одна прищепка? За ветер прищепки улетают, а прищепки обязательно нужны. Видите, какой сильный ветер? Посмотрите, какой ураган. Лучше зайти. А что там происходит без мамы? 2 минуты. Помните, я пересаживала этот цветок. После пересадки вот эти две маленькие веточки попортились. И вот здесь вот еще две маленькие попортились. Остальное все хорошо прижилось. Что случилось? Трогает он тебя, да? Как вы заметили, вот этот вот палас был здесь. Вытащила, потому что они у меня по всему полу кувыркаются. Посмотрите, что он на нее делает. Он на нее залезть хочет. Конечно, она ворчит. Носки хочет снять с нее. Ты свои сними, пупсик. У тебя такие же. Оставь ее. Кушать не надо ее носки. Она сама их любит кушать. Да, пупсик? Че он твоим носкам пристает? Маменю. А че ты ему не даешь в глаз один раз? Я так жду, когда она тоже подрастет, и они вместе начнут играть, я не знаю, ругаться, драться. А сейчас он на нее нападает, она отпор пока не может давать, она только жалуется. Да. Снял все-таки, да, он с тебя этот носочек? Снял, конечно.